теплый прием гостей из теплого края. Ростовский академический театр драмы приехал в Ульяновск с гастролями, где завершает многодневный тур по городам России. Актеры отправились в путешествие целыми семьями, чтобы вместе выступить на одной сцене. Душевные произведения Василия Шукшина и их воспроизведение ростовскими актерами на сцене. Семья Гайдамак в полном составе проживает рассказ «Микроскоп». Анна и Роман говорят, ничего сложного, все как в жизни. Что повезло нам, что мы, во-первых, и зритель сразу читает, что это семья. Играть ничего не приходится, ну, только текст выучили, все. И вышли. И детвора счастливая, потому что они уже с нами какие гастроли ездят? Вторые гастроли. А. У нас мама, она как квочка, она не любит никого отпускать от себя. То есть у нее должны быть все на виду, поэтому мама очень рада, что дети все время с нами, вот, и все не голодные, и не холодные. А вы рады, что мы вместе? Да. Театр – дом, где бы он ни был, а побывал ростовский академический только за месяц в 4 городах России. Воронеже, Пензе, Самаре и Ульяновске. Сынок, посоветовалась я тут кое с кем. Я так не могу. Ну кому это интересно, что ты тут кое с кем посоветовалась? Нас же на почте, нас их поднимут. Пиши, как тебе говорят. Лирическая комедия «Заходите, раз пришли» по рассказам Василия Шукшина покорила сердца ульяновских зрителей, порадовали ростовцы и женитьбой по Николаю Гоголю. Это классика, очень тонкая, очень красиво сделанная. Это то, что должен показывать академический театр зрителю, который искушенный зритель, который однозначно ждет. В каждом городе нас не отпускали по несколько минут зрители овации, и зал полностью стоя аплодировал, кричал «Браво!». Вот там горит, а ты тут сиди себе спокойно, сиди, не волнуйся. Вот такие порядки в этой реакции. Ульяновская сцена тоже пришлась по размеру ростовскому театру, его масштабным декорациям и таким же талантам, которые ждут ульяновских зрителей в гости на другие спектакли уже в Ростове-на-Дону. Маргарита Матюшинская, Сергей Свешников, «Вести», Ульяновск.